Сегодня 11 мая, мы находимся на X-арене. Отличная погода, это утильшоу «Весна». По сути, большая тренировка, первый независимый от никого утильшоу на X-арене. А сегодня у нас немного участников, 10 человек, но это самые бойкие, самые интересные ребята, которые любят гоняться, любят получать драйв и адреналин. Мы подготовили для них несколько сюрпризов, в том числе и с водой, и препятствия. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть вживую. SOB, you ain't never seen nothing so rugged at 90, huh? With the cops behind me, yup, your boy is grimy. Keep the cuffs, enjoy your donuts, sir, you ain't gonna find me. It's not likely to that. Chasing a ghost with no brakes, slow down. 100-proof octane, ready to stop playing, I'm hot, man, give me that pink slip. Time's up, the animals crept through. Leave him in the dust with a packet of jet fuel. Too quick, eat them up, batter for pet food. No brain, so lame, missing your head screws. Hot skin and bones left, spinning chrome set. Tricked out, hopping like a cruise silicone jets. Pop your ego with a safety pin. Take the backseat, now let the games begin. Yeah, get ready, get set, let's roll. Roll rubber in a bit of petrol. Red, yellow, hit green and gold. Breathing slow. Night Shifter. Come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is at the anthem build. Night Shifter. Put the pedal to the metal and go, 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 go. Tough match, you lost by a hook hand. Big boss spray painting on my mud flap. Get a rush, yeah, we calling it cold bluff. We never get enough. Strap in, hold your breath and hang tight. Known for the big dollar bet in the key. Playing with the sharks, step inside. Everybody on your mark, you're set, now let's ride. That's right. Hit the pedal to the metal and go. The yellow Modelo with slicks on, sending them home. Stick claws in the concrete, gripping the road. So quick, even the palm trees look out, whoa. We got car keys hooked to remote controls. Hit a button, that'll smoke, and he whip you on. I told you, I don't wanna close your hand. And quick now, before you go blowing the gasket. Get ready, get set, let's roll. Roll rubber in the bit of petrol. Red, yellow, hit green and gold. Breathing slow. Night Shifter. Come on, man, you can't be real. I'ma show you what it is at the anthem build. Night Shifter. Put the pedal to the metal and go, go. Привет! Сегодня у нас была отличная гонка на X-арене. Легкая тренировка перед Canam Trophy. Трасса очень хорошая, слегка сложная, были водные преграды. Вот сейчас в мотоботах у меня вода, я буду ее отсюда выливать. Антон сказал, что воды будет немного, а оказалось по полколеса. Ну а чуть позже будет драг-рейсинг и мат-рейсинг. Всех ждем на Canam Trophy, ребят! Всем привет, я Владислав Маликов, сегодня участвовал на соревнованиях утиль-шоу. Это уже вторые соревнования, мои вторые соревнования в этом сезоне. Первые были в Краснодаре. Сегодня утиль-шоу, я занял первое место в кантри-кроссе. Мне очень понравилась трасса, думаю, приеду еще. А на каком квадроцикле участвовал? На BRP Renegade 500. Первые соревнования были в Краснодаре, Колизей, на Колизее. Ну и как там произошло? Тоже нормально, занял два первых места. Два первых места? Да. Кантри-кроссе и драги, драг-рейсинги. А какие соревнования еще будут, ну, планируешь участвовать? Думаю, сейчас поеду с папой на Canam Trophy. Первый этап, посмотрим. Там новые дисциплины. Посмотрим, как он себя покажет там. Don't make it stop, no.
Сегодня на X-Arena, на утиль-шоу, у нас одна участница, девушка. Представься, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мария. Маша, скажи, пожалуйста, ты давно на квадроциклах катаешься вообще? Второй год. Тебе нравится? Да. А что вот больше всего нравится на квадрике? Грязь. Грязь? Вот так вот. И, кстати, это неспроста, потому что Мария сегодня зарегистрировалась в зачете Mud Racing. То есть она будет плавать в луже. Ты готовилась к этому? Я смотрю, ты в купальнике, так и поплывешь? Да, так и поплыву. Понятно. Ну что же, мы будем болеть за тебя. Мария! X-Arena – это всегда великолепная погода, всегда великолепное настроение. Атовый клуб рекомендует. Всем привет!